Для депутата Совета депутатов городского поселения Видное Сергея Степина судьба дворовой территории у домов 23, 25 и 27 по улице Строительная не безразлична, так как сам он проживает по этому адресу. Размеры детской площадки, расположенной между домами по проекту благоустройства, были сокращены. На месте, где раньше играли дети, должна появиться автомобильная парковка на 30 машин и мест. Я считаю, как депутат, конечно же, надо учесть мнение всех жителей и прийти к какому-то компромиссному решению. Потому что, вот вы видите, да, здесь и проехать тяжело с одной стороны, но с другой стороны вы видите, что на этой детской площадке сейчас ее обрежут буквально в половину, и машины будут вплотную парковаться там, где играют дети. На собрании присутствовал представитель отдела по благоустройству города Видное Юрий Адамов, который попытался объяснить жителям действия администрации. Для жителей положено 420 парковочных мест на 1000 жителей. Сколько сейчас будет по городу ездить так называемый паркор, который фотографирует машины, как Москве? Это их не проблемы. Подождите, давайте послушаем. И будут приходить штрафы вам, вашим мужьям. Конечно. А вот куда вы будете ставить машины? Страховать будет каждый день. Каждый день будет ходить машины. Проблема оказалась настолько острой, что собрание, продолжавшееся более 2 часов, закончилось уже после наступления темноты. С каждым годом количество автомобилей в городе растет, а новые парковочные места становятся необходимостью. На этой площадке, вы понимаете, тоже очень много коммуникаций. И мы предложили, ведь мы говорим сохранить площадку, а парковку мы предложили 3 варианта, где можно поставить несколько машин. Не 30 машин, как они говорят, вокруг площадки будут, а там будут развитые 10, 5, еще там 5 машин. Но упирается в то, что деньги выделены, их надо освоить. Для решения сложившейся ситуации жителям и власти нужно найти компромисс. На данный момент работы приостановлены, а представители администрации городского поселения Видное пригласили инициативную группу для дальнейшего диалога. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.